креативно представить свою школу, рассказать о новых образовательных подходах и показать свои педагогические таланты. 15 команд из разных школ Симферополя собрались на третьем педагогическом чемпионате муниципальных учительских команд. Главная цель того, что происходить будет здесь, в актовом зале, это демонстрация педагогического мастерства каждой команды с одной стороны, а с другой стороны – это, по сути, параллельный и обмен опытом между учителями, такой неформальный обмен опытом, как с педагогической точки зрения можно и нужно делать то или иное образовательное дело. Презентация команд, образовательные проекты, час с классом и педагогический класс фундаментальных понятий. На эти этапы командам в 4 человека будет дан месяц. Хорошая возможность проявить себя, показать свои профессиональные навыки, которые, я надеюсь, все-таки я накопил. Ну и в первую очередь представить свою школу. Повышение престижа и статуса учителя в обществе – такую главную цель конкурса видят организаторы. Добиться этого можно, изменив подход к образованию, считают ученые Крымского федерального университета. Самое печальное, что учителя, иногда и психологи в школах, они это в определенном смысле рутинная система, система образования. А здесь они как бы оживляются, чувствуют себя людьми творческими, каковыми они на самом деле и являются. Оценивать работу участников будет экспертное жюри, в составе которого опытные педагоги и руководители образовательных организаций. Победители муниципального этапа будут представлять Республику Крым на Всероссийском чемпионате региональных учительских команд в Ульяновске. Стефания Селезнева, Сергей Мельник, пресс-служба Крымского федерального университета.